Ну, поехали, смотрите. На самом деле, обойти совсем без массивов не получится, потому что с сортировки слиянием нужна дополнительная память. Давайте я уберу все лишнее, чтобы она не смущала. Вот это уберу, это я тоже уберу. Да. С сортировки слиянием нужна дополнительная память. Другое дело, что мы ее используем не очень эффективно. Давайте вместо того, чтобы заводить кучу новых массивов, создадим всего один новый массив, такого же размера, как A. Давайте назовем его temp. Это будет новый массив, размера тоже n. Так, только будет не локальная переменная, а поле. Вот. Теперь в качестве временного буфера будем использовать массив temp. И новых массивов создавать никогда не будем. Что нам нужно исправить? Смотрите. Во-первых, вместо того, чтобы передать сюда два массива, будем передавать границы нашего исходного массива. То есть мы будем передавать сюда три числа L, M и R. И будем сортировать кусочки массива от AL до M-1. И кусочек массива от AM до R-1. Как обычно, мы делаем левую границу включительно, правую не включительно. Так, для того, чтобы создать массив А, нам нужно, правда, массив А тоже сделать не локальным переменной, а полем вот здесь. Давайте это тоже сделаем. Давайте массив А это тоже сделаем полем вот здесь, чтобы все процедуры могли его использовать. Ну, прекрасно. Давайте перепишем... Да, куда мы будем класть, смотрите. Будем класть результат на то же самое место. То есть процедура merge будет что делать? Она будет сливать вот эти два куска массива в один, и этот получившийся отсортированный массив класть на то же самое место. Вот. Тут массив от L до R минус 1. То есть было два отсортированных куска, а получится один отсортированный кусок. При этом в качестве буфера она использует будет массив temp. Прекрасно. Давайте, надо чуть-чуть переписать на самом деле. Смотрите. И это будет индекс первого неиспользованного элемента в левой части, то есть начинаться с L. Уже это будет индекс первого неиспользованного массива в второй части, то есть начинается с M. И это будет вот индекс в первой части массива элемента, который мы еще не использовали. А G это индекс в правой части, который мы еще не использовали. Так, массив res нам теперь не нужен. K будет бежать тоже от L до R. Давайте сделаем так, например. Давайте вот мы сначала преобразуем это вот в кусочек массива temp от L до R-1. А потом это скопируем вот сюда. Вот, прекрасно. Тогда вот K это будет индекс в массиве temp, куда нужно положить еще один элемент. Прекрасно, давайте немножко перепишем. Что здесь было за условие? Здесь было условие, что массив B закончился. Сейчас вместо массива B у нас эта часть. Соответственно, эта часть закончилась, когда G равно R, соответственно. Так, это условие, что левая часть закончилась. Теперь у нас левая часть закончилась, когда... Ну, в смысле, не закончилась, когда I меньше, чем M. Здесь остается все то же самое, только вместо массива А массив B. Прекрасно. Вот то же самое условие, переписанное на наш новый формат процедуры merge. Здесь вместо res у нас есть temp. Индексы остались те же самые. K это индекс в массиве temp, он от L до R. И это индекс в массиве A, все правильно. Наоборот, если мы делаем, то count нужно присвоить. Вот тут нужно немножко похитрее сделать. Нужно присвоить. У нас здесь была раньше длина массива, а сейчас нужно правую границу, вот левого куска. Да? Сейчас вместо массива А у нас вот левая часть вот этого куска. То есть от L до M-1. То есть мы присвоим, соответственно, от... Не до length минус 1, а до M-1. M минус и будет. Так. Массив temp положим в рак. Возвращать ничего не будем. Вот, мы переписали процедуру merge на наш новый формат массивов. Так, теперь перейдем к процедуре sort. Процедура sort, тоже сейчас уберем все вот эти лишние массивы. Это даже легко сделать, смотрите. Вот мы взяли... Так, в процедуре sort будем передавать, опять же, границы от L до R.
И она будет, соответственно, сортировать этот кусок. Она сортирует кусок массива А от LDR и кладет его на то же самое место. Давайте немножко поменяем. Если длина массива равна 1, то ничего делать не надо. Просто делаем литурно. Иначе мы делим кусок на две части. Да, вот. Делим кусок от L до R, минус 1, делим на две части. Вот L, вот так напишу. Чем было так же, как там мы делали. Давайте здесь так же напишем. Так. Вот. Делим его на две части. Первая часть будет от L до M минус 1, а вторая часть от M до R минус 1. О, сюда. Ну, замечательно. Чему же будет равно m в этом случае? m в этом случае будет равно чему-то среднему между l и r. Так, убежал немножко. Можно присвоить l плюс r, поделить пополам. Ну, или как мы делали в прошлый раз, давайте так же сделаем в двоичном поиске. Сдвигать справа на 1. Чуть-чуть быстрее будет написано. Прекрасно. Теперь левая и правая часть нам не нужна, смотрите. Я их удаляю. Ничего не копирую. Вместо этого я запускаю merge sort от левой части от правой части. Левая часть у меня идет от L до M. Левая граница включительна, правая не включительна. Поэтому я передаю L и M, подразумевая, что надо сортировать массив от L до M минус 1. Да? То же самое с правой частью. Она идет от M включительно до R не включительно. Очень удобно, если так делать. Левая граница включительна, правая не включительна. У нас никогда не появляются лишних плюс-минус единичек вот эти вот. Все, и теперь нужно эти части слить друг с другом. Берем и сливаем вот части от L до M и от M до R. Да, вот. Сюда мы передаем L и M, и R, как раз то, что нам нужно. Так, все еще подсвечивает красненьким, почему? А, вот потому что здесь merge sort теперь не работает не так. Здесь нужно запустить merge sort куска массива от 0 до n. Правильно? 0 включительно, n не включительно. Проверим, что работает. Так, у нас все еще. Так. Проверим, что все работает. Давайте запустим нашу программу. Возьмем тест. Что-то не очень работает. У нас зациклился рекурсивный вызов вот этот вот. Почему так может произойти? Потому что мы много раз вызываемся от левой части. Наверное, где-то есть ошибочка. А, конечно, есть ошибочка вот здесь. Если проверяем, что длина массива А. Длина массива сейчас всегда больше единицы. Надо проверять теперь, что кусок массива длины больше, чем А. Для этого нужно проверить, что R строго больше, чем А. Если R равно L, да, значит... Нет, если R равно L, значит кусок пустой. Если R равно L плюс 1, вот так вот, или меньше. Да. Вот так нормально, да? Если кусок пустой, ну, наверное, такое может быть иногда, хотя в нашем реализации такого не возникает. Либо в нем лежит один элемент, то сортировать его не нужно. Запустимся еще раз. Один. Вот видим, массив... Давайте проверим, что массив отсортировался. Так, массив отсортировался неправильно у нас почему-то. А, ну понятно почему. Потому что мы вот здесь вот копируем это в массив temp, то есть мы сделали вот эту часть. Но мы забыли сделать вот эту часть, то есть копировать отсортированные элементы обратно в массив A. Давайте их обратно сортируем. Мы уже знаем, как это делать с помощью system array copy. Нам нужно из массива temp с позиции L, все очень удобно, у нас все написано здесь в комментариях, в массив A с позиции тоже L переложить R минус L элементов. Правильно? Так. Ну вот, стало лучше. Видите, массив правильно сортировался и выявилось правильное число. Давайте я уберу эту сортировку массива. Так. Давайте отправим еще раз, проверим, что это действительно работает.
Так, давайте я отправлю еще раз. Для этого я скажу solve again. Так, select java 8. Возьму мою программу. Обновим страничку. Ну да, видимо, заработало. Все, на этом мы заканчиваем изучать алгоритмы, основанные на принципе разделяй властвуй. Мы изучили алгоритм двоичного поиска, алгоритм сортировки слиянием. С помощью него нашли число инверсий. Если вам было интересно, до новых встреч, до свидания.